А что тогда насчет социальных сетей? Они приносят в нынешнее время больше пользы обществу или больше вреда? Вреда со стороны как психологии? Трудно сказать, это все зависит от того, что находится в этих социальных сетях. Ну, социальная сеть – это хорошо. Почему? Ну, ленинский принцип был: первым делом, чтобы совершить революцию, надо завоевать почту, телеграф, телефон, захватить. То есть смысл какой? Чтобы информация, она была доступна. Поэтому социальная сеть, в принципе, и есть. Что такое социальная сеть? Network, да? Это общение между людьми. То есть мы сейчас, допустим, с тобой общаемся тет-а-тет, или мы общаемся где-то для зрителя, или, в общем-то, общаемся. Все зависит от той информации, которая в этих социальных сетях доведена. А, к сожалению, действительно, мусора больше, намного больше, неизмеримо, будем так говорить, больше, чем в этих сетях, чем действительно настоящая информация. Поэтому надо выкапывать эту информацию очень и очень, чтобы найти действительно нужную информацию. Дело в том, что есть такая поговорка: учитель появляется, когда ученик готов. Значит, поэтому сегодня мало учителей-то. Именно потому, что ученики не готовы. Они-то есть, но ученики не готовы. Они ищут информацию где угодно, только не там, где надо ее искать. Информация лежит вот там, божественные какие-то источники. А в социальных сетях чего? Материальные источники. И какая-то там просто информация, играющая на струнах не тех, скажем, позитивных, которые хотелось бы, чтобы это было для, скажем, общей какой-то цели, понятной там, вот там. Вот так. Угу.